Всем привет! Наша рубрика «Посылки из Китая». Никто их не отменял. У нас с вами совсем немного. Буквально через пару с половиной недель Новый год. И все любят подарки. Я себе тоже, не только себе, делаю подарки. Основные, конечно, подарки для меня сейчас связаны больше всего с моим новым творчеством, с ютуберством, с блогом. И мне необходимы были некоторые вещи. Но, опять же, заказывал те вещи, которые не относятся к данной теме. Итак, начнем. Волшебство. Елка есть, зима есть, снег есть, холод есть. Распаковываем подарочки. Сегодня я буду пользоваться ножничками, как порядочный человек. Не буду жестко, резко резать ножом. И начнем мы, наверное, с какой посылки? Побольше или поменьше? Я знаю, вот это большая посылка. Я так долго ее ждал. 4 месяца, но она наконец-то пришла. Я ее так долго ждал, я еще подожду. Давайте вот начнем. Давайте две желтенькие. Вот давайте вот с этой посылочки начнем. Так. Все, вам видно? Ага. Так. Понеслась жара. Ой, вот эти любимые штучки, вот эти пузырьки, помните такие? Вот, наверное, это самый лучший подарок. На холодные зимние вечера. Ой, красота. Ну ладно, это потом поиграем. Запаковали. Power case. Слушайте, скорее всего, возможно, может быть, это пришел на мой старый телефончик чехол зарядка. Да, это он и есть. Ну, смотрите, запакован он, в принципе, хорошо. У него своя фирменная коробочка. Made in China. Не показалось, не пахнет. Вообще запаха нет. Вот такой вот он. Симпатичный power case, цвет такой лиловый, сочный, коробочка хорошая. Ну, надо попробовать, да? Надо попробовать. На самом деле, мой телефон имеет вот такой вот розоватый цвет. Я его спрятал за черный кейс. А теперь я его спрячу вот за такой вот красный цвет. Так, здесь, смотрите, у него идет гнездо. И сейчас мы проверим. Втыкаем, защелкиваем. И ничего не происходит. Думаю, скорее всего, он просто-напросто разряжен. Буду его заряжать, пробовать. И как-нибудь в следующем видео, возможно, я сейчас скажу, такой тяжелый стал, тяжеленный, прям тяжеленный вес. Ну тут по-китайски ни о чем в описании может. Но вес такой, знаете, как кирпич, где-то примерно грамм 400. Я думаю, если на улице хулиганы налетят, попросят мой телефон, я им с удовольствием его швырну. Швырну так, что, наверное, будет сотрясение мозга. Все, буду пробовать заряжать, буду пробовать смотреть. Здесь, в принципе, все слоты идут, все как надо. Доступ хороший, но говорю, но он реально как кирпич стал. Тяжеленный. Стоит вот этот вот чехольчик у нас 780 рублей. Все. И еще заказывал я на него простой чехольчик. Посмотрим. В стороночку пока уберу. Нереально им можно будет зашибить. Первый подарочек под елку. Так, это, наверное, из той же серии. Да. Только простой чехол. Тоже заказывал давно. Думал сначала его заказать. Не булькой. Думал заказать сначала его. Да. Вот такой вот интересный чехол. Упаковка, сами видали, ни о чем. Просто пакетик. Еще один пакетик. Keys Case iPhone 6 Plus.
Все, ну единственное тут из плюсов, это идет вот такая вот защелочка, не защелочка, как тебе снять-то? В общем, о, с упором если. Сейчас продемонстрирую. Въелся что ли? Так, следующим образом. Вставляем его. Такой он, знаете, как прорезиненный какой-то корпус идет. Интересно. Ну, встал жестко, плотно. Такой, знаете, брутальный стал. И вот эта защелочка, допустим, включаете какое-то видео. Оп, поставили, удобная подставочка. Стоит эта штука 170 рублей на AliExpress. Есть различные расцветки, красные там, черные чисто. Я вот взял такого цвета, среднего. Ну, как бы, как сказать, ну, удобно, наверное. А так он, скорее всего, не встанет. А так он не встанет, не хочет, ну да ладно. В общем, можно, говорю, по крайней мере, использовать его для видеоконференции удобно. Можно использовать для просмотра видео, для общения в чате, то есть, чтобы его в руках не держать. Ну, а по сути, маломальски полезный гаджет. Убирается. Но он как защелка, нет, он, наверное, не будет использоваться. Эх, не за что прицепить-то. Ну да, кстати, можно будет за что-то зацепить, на стеночку повешать. Вот такая вот интересная штучка. Так, следующая посылка. Желтая. А что, что такое может быть интересного? Что же это такое? Да вот смотрите, тут по крайней мере все по порядочному. О, это я знаю, что мужчины оценят. Вещь важная. Какие эти вот уже щетинка, я прям честно скажу, ждал. Я знал, что мне оно пришло уже. И думаю, я кайфану. Современный гель намазаю себе на лицо. Намажу, намазаю. И вот этой вот бритвой, обратите внимание, какая она вся хромированная. В комплекте идет 5 супер лезвий. Все, в коробочке больше ничего нет. Есть комплекты разные, но вот эта вот сама бритва непосредственно на AliExpress стоит 670 рублей. Так, тут что-то... А, смотрите, какая красота-то, елки-палки. То есть я сюда буду ставить лезвие, закручивать и бриться. Давно мечтал, не знаю, последнее время нам пытается в этой жизни все облегчить, чтобы мы практически лежали на диване, ничего не делали и просто потребляли. И с каждым годом охота как раз больше чего-то жизненного такого своими ручками поделать, побрить себя по-человечески, по-мужски, в идеале еще заказать. Есть опасная бритва для бритья и точила. Смотрел на AliExpress, есть они что-то там около 2000, ну нормальные имеются. Здесь скажу, вес такой, это вам не пластик, это уж какой металл, тут его я не знаю, но вес приличный. Коробочка, видите, вейшек идет. Коробочка такая порядочная, в принципе. Плюс, говорю, дополнительно идут лезвия. Вещь хорошая, рекомендую. Женщины, можно своим мужчинам на Новый год подарить. Это вам не какой-то МАК-3 тяпка. Это уже серьезная вещь. Почувствуй себя мужчиной. Отличный подарок. Это я лично себе сделал. Подарочек на Новый год. Так, следующий подарок. Мягкое что-то. Подразумеваю, что тут такое интересное. Ой. Вот этот подарочек тоже себе сделал. Али, оп, чувствую, маленькие они мне будут. Мне они совсем маленькие, пишут размер универсальный. Моему сыну купальные трусы. Мне-то они точно не подойдут. Я хоть и похудел на 12 килограмм. Так, ну что, осталось 3 посылки. Поехали дальше. Так, распакую эту большую.
какую-то большую пос... Ага, хорошая вещь пришла. Я не знаю, какое у вас детство было, у родителей, у многих. А у меня детство было такое, что когда мы болели, нам родители ставили банки. Банки были такие стеклянные, что-то помню, спичками что-то там зажигали, какую-то вату наматывали на спички, чтобы это горело, потом это вакуумом все вытягивалось. Сейчас китайские технологии маленько более современные. Резиночка одна. Вот такие вот. Что-то поуехала маленько, пакетик порвала. Ничего страшного. Вот такой вот вакуумный пистолетик. Ну так, запаха нет. И вот такие вот баночки разные маленькие. Маленькие. А, от самой маленькой до самой большой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6×6, 12 банок. Ну, например, возьмем вот такую баночку. Вставляем вакуумный пистолет, его назовем. И, допустим, опа, смотрите. Держит. Всасывает. Хорошая вещь. Убираем. И все. Так, а я так понимаю, наверное, нажать нужно, да, чтобы выпустить воздух? А, наоборот, поднять. Ух ты, слушайте, ну прям... Прямо это держит. Ну что, надо теперь будет на себе попробовать. Разные размеры, под разные, да, части тела. Интересно, по что самый маленький. А может быть, кстати, это... Детям ставить, да, маленьким? Работает, запаха вообще нет. Упаковки, конечно, плохо нет. То есть, видите, как пришло. Просто упаковочка, без упаковки, вот. И все. Но, по крайней мере, говорю, запаха нет, работает. Слушайте, ну руку-то прям так это всосало. Все, надо будет пробовать. Такой вот наборчик стоит на Алиэкспресс 550 рублей с доставкой. Они там разные есть. Это я брал там один из самых дешевых. Посмотреть, как, что, зачем и почему. Месяца три назад проходил как раз спину, что-то прихватило. Вакуумные, современные. Мне так спину отпустило, думаю, вспомнил. Блин, ну было же дело. Вот заказал, слушайте, ну хорошая вещь. Пригодится под елочку. Так, следующая посылочка у нас. Чайно, только что-то через Латвию шло. Опа, что-то разваливается. Что-то я тут разрезал. Так, а это у нас с вами мини-штатив ручной. Так, я не понял, что не весь комплект. Он идет как рукоять. Здесь идет зажим. Зажим, так. Ага. Так, ну я так понимаю, сюда можно GoPro-шку прицепить. Даже фотоаппарат прицепить. Ну тяжело будет его таскать. Вес такой, ну хороший, пластик. Запаха, ну почти запаха нет, небольшой есть. Так, как штатив идет. Это как-то вот это. Ну, в принципе, жесткая конструкция, нормальная. Регулируется наклон. Так, это мы сюда вкручиваем. А, все, вспомнил. Здесь у нас идет сверху дополнительный вставыш, на котором идет крепеж лапа для того, чтобы телефон сверху прицепить. Да, это было бы, конечно, удобно снимать. Плюс он регулируется, да, различные настройки, углы. Но второй части почему-то нет. Поэтому на сегодняшний день, ну, максимум, говорю, GoPro-шку прицепить на распорке поставить. Но у меня различных уже крабов этих всяких разных. В общем, придется дозаказывать вторую часть. Хитропопые китайцы, как всегда, перехитрили наивных русских. Ваник. Пойдет. Да, кстати, тут еще и подарочек идет. Подарочек. Мишка. Медмежонок. Розовый мишка. А, все, понял. Эта подставка идет для телефона. Под телефон. Под различные углы. А может, книжечку сюда поставить, почитать, да? Сомнительный бонус, лучше бы они мне верхнюю часть выслали. Была бы хоть какая-то польза.
Ну и осталась у нас с вами последняя посылочка. Самое важное. Дополнительный свет, который я давно ждал. Он наконец-то пришел. За походу так прям хорошо. Залепили. Все на скотче. Еще один пакетик. Thank you. 20% на что-то. На что не знаю. Типу уже прислали. Так, чехол. Я стараюсь всегда нюхать. Если есть запах специфический, острый, понятно, что это лабуда, так лучше, конечно, сразу выбрасывать. Но здесь, как вы знаете, вот как палаточный брезент пахнет, ну, так же примерно пахнет. Так, а здесь у нас идет, ну, конечно же, как всегда, не комплект. Это у нас с вами дополнительный свет, отражатель фирма Andoer. Так, ну, прутья прям железные, хорошие, выдвинутся. Фирма Andoer. Качество, скажу, пошива. Ну, в принципе, хороший отражатель. Единственное, как вы видите, здесь нет у нас основного фарша, света, освещения и нету штатива. А без этого, как вы понимаете, дополнительного света не будет. Так, это идет. А, это идет передний экран. Так, назад. Так, здесь идут липучки, с боков липучки, то есть, скорее всего, это вот таким вот образом будет у нас крепиться. И да будет свет, сказал электрик, перерезав провода. Без дополнительного света толку вот этого нифига. Все, на этом у нас с вами закончилась третья серия посылок из Китая. Теперь будем ждать прекрасного праздника Нового года. Что бы хотелось сказать? Всех с наступающим. Отлипни. Всех с наступающим. Делайте друг другу подарки. Как я сказал уже женщинам, подарите своим мужчинам настоящую бритву, чтобы он наконец научился бриться как мужчина. А может, вы сами его побреете, это будет самый лучший подарок. Что еще хотелось бы сказать? Ставим палец вверх. Предлагаем друзьям присоединиться к моему каналу. Всем радости, всем счастья. На улице дубак. Одевайтесь теплее, берегите здоровье. Всем удачи, пока-пока. С наступающим вас еще раз. Ура!